Хиддате хидайганти, хидданте сарвасаншая. Хидданте хидайганти, хидданте сарвасаншая. Кьянте часва кармани, дриштанива атманишвари. Хиддате хидайганти. Шидьянте сарвашанши, кьянте часва кармани, дришанева атманишвари. Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что до тех пор, пока мы не получим полную милость Сударшана, пока, и вот пока вы не получите полную милость Сударшана, вы не сможете ничего понять о Кришналиле. Если вы сможете получить всю милость Сударшана, тогда вы можете получить точный, настоящий даршан. Сейчас у вас даршан, он несовершенен. All surrounding situation, ваш ум, ваше тело, все окружение, разум, то есть все, что вокруг, все материально. You are put into this material situation for an infinity, unknown infinity. We don't know when this body started. Вы находитесь в этом обусловленном положении уже долгое время. И поэтому для вас практически невозможно понять, что такое Кришналила. Вот в этих словах говорится то, что трансцендентно, надмирно. Если вы пытаетесь понять это с помощью материального ума и органов чувств, вы не будете успешны, будьте внимательны. Мы, гаудии, мы молимся для того, чтобы получить милость Сударшан чакры. Сударшан чакра – это воля, это, сказать, если это Сударшан чакра, она дарует нам свою милость, тогда мы сможем очистить свое сердце с помощью света, который излучает Сударшан чакра, мы можем видеть все, как оно есть, там нет вожделения, гнева, жадности, никаких ужасных, мы не будем видеть никаких плохих вещей. Если мы получим милость Сударшан чакры, я уже говорил, что даже пылинка в том трансцендентном мире, она чинмой. Даже пылинка в Апракрита Даме, на Галоке, все это трансцендентно. Вы смотрите, все, что вы видите в этом материальном мире, это искаженное отражение того трансцендентного мира. То есть этот материальный мир – это несомненное свидетельство о существовании того трансцендентного мира. Полубог Солнца, он пребывает на небесах, и поэтому из-за того, что он там есть, и солнце там на небесах, вы видите отражение этого солнца в воде, и вот отражение этого солнца в воде – это одно из свидетельств, изначальное солнце и его управляющее божество, оно есть. И много раз я говорил также, в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, что этот мир, он подобен дереву, и в Бхагаватам Бхуванадрум называется. About this Бхуванадрум, друм means брикша. Друм значит врикша, дерево. In Gita, Bhagavan и в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, all trees you see, their branches up and the root down.
То есть можно нормальных деревьев, ветки вверху, а коренья внизу, а в отражении там наоборот все. Extension of all branches, everything you can find here. This way, before starting this important, most important lila, вот перед тем, как начать эту лилу, я прошу, вас не by mind, heart, body, don't try to think. If you do, you can go to hell. Be careful. Не пытайтесь в материальном плане как-то представлять об этом, это опасно, поскольку и гуру вайшнавы, они могут даровать нам силу, чтобы слушать о Пракрита Харикатху. Если я по-настоящему принял дикшу, получил дикшу у лотосных стоп Шилы Гурупад Падме, то тогда, несомненно, он дарует мне милость. Если мое самопредание, оно не совершенно, то тогда вы не можете надеяться, что вы получите такое чувство, такое высокое чувство. Это чувство, оно возможно только по милости Гурупад Падме. Только по его милости. Вы можете слушать много харикатхи, и если вы не, по-настоящему не получили посвящение, то вы не сможете это все принять и осознать. То есть кто-то может совершать Сарвана Киртан, но есть секрет в этом. Но Сарвана Киртан не может дать 100% результата, или вы не сможете осознать это все, то, что вы слышите, только с помощью Гуру Крипы вы можете получить всю, осознать всю харикатху, если вы слушаете харикатху от чистого вайшнава. А если вы слушаете не от чистого вайшнава, то вопрос этот снимается. Будет все наоборот. И так или иначе, я еще хочу сказать, что если вы увидите дерево, которое находится на берегу какого-то озера, то можно видеть, что что отражение этого дерева, оно искаженное, наоборот. Ветки у него снизу, а корни сверху. И вот, так я говорил вам, что этот трансцендентный, этот материальный мир, то, что вы видите, все наоборот, это искаженное отражение трансцендентного мира. И здесь вы видите какие-то люди, они могут быть какие-то отношения, но они все оскверненные. Почему? Поскольку если вот взять какие-то примеры, то Шрила Прабхупада говорит, что они все осквернены. Может быть, согласно вашим представлениям, это превосходно. То есть, может быть, прекрасно с точки зрения какого-то философа, но Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур говорит, не говорите ничего о их любовных отношениях, нам это неинтересно. Там тоже есть какое-то осквернение, какая-то корысть. Вы не можете видеть это с первого взгляда, поскольку все, что не связано с Кришной, оно все осквернено. Все, что не имеет связи с Кришной, оно все осквернено. Вы не можете надеяться, что это будет какие-то высокие чистые чувства там. Если вы найдете в этом связь с Кришной, то тогда вопрос чистоты возникает, и мы можем принять это, но не до того.
You can remember. That's why yesterday was. И вчера я говорил о Вастахаран Лиле. I was giving warning repeatedly. Я предупредил вас, что будьте осторожны, внимательны. Путайте какие-то любовные отношения, то есть эту лилу с какими-то материальными отношениями, это она чиста, эта лила, она очень чиста. И если что-то не то подумайте про эту лилу, это очень опасно. И вот перед И перед тем, как говорить о Расалиле, я хочу вспомнить учение нашей Гуру Варги. Я кратко обсужу это. So it is the duty Гуру Вайшнава вложить настоящую милость в ваше сердце, ваша обязанность принять ее совершенным образом. Искренность должна быть у вас. Вы должны пытаться так получить их милость. И вот вчера Бхагаван Шри Кришна говорил, что я сказал? Но мы обещито дьям камаха камаю калпате бхагита катита дхана прайо вижая нейшате. Но мы обещито дьям. If your heart is totally attached with me, Krishna speaking. Кришна говорит. Если ваше сердце оно привязано ко мне, оно практически объединилось со мной, то вы не можете видеть ничего, кроме Кришны, подобно вот, учению Шри Чайтанья Махапрабху. Вот он говорил, что спите вы или едите всегда. То есть, когда вы что-то спите или едите, или идете, или чем-то занимаетесь, All the time, все время, всегда вы должны думать, помнить Кришну. Кимба Джагароне, Охар Ниши Чинта Кришна. Охар Ниши Мидде, without any gapping. Вот это слово значит непрерывно. Думать и воспевать его имена. И думать о нем и повторять его имена. Это пример данный Шри Чайтанья Махапрабху. So you see, I started with what shloka? Вот с какой шлоки я сегодня начал? Вот с этой шлоки. Чианте часу кармани дишта еватми нишвари. You can cut all your doubt. Вы можете избавиться от всех ваших сомнений. Ваше сердце, оно может стать очень чистым. Хианте часва кармани дриштаневатманишваре виддате хидайганте чедданте сарвасамсар. Хианте часва кармани дриштаневатманишваре. When you go on hearing Харикатха, Харикатха, Харикатха in heart, когда вы слушаете Харикатху, то этим, когда ваше сердце очистится, вы сможете видеть Шьямасундара, который пребывает в вашем сердце, и что случится дальше. Вот как в случае с Парикшит Махараджем, когда Харикатха закончилась, Парикшит Махарадж сказал, где же эта змея? Где же эта змея? Почему она опаздывает? Может прийти и убить меня? Поскольку тем временем он уже был Махабхагаватой, и это один из примеров Бхагаватам. О Парикшит Махараджи говорится как о Махабхагавате в нескольких местах, но здесь он приводит такой яркий пример. И Парикшит Махарадж сказал, что сейчас я не боюсь, поскольку нет вопроса смерти, поскольку он уже принял нектар бессмертия Бхагаватам. И он увидел Кришну, которая пребывает в его сердце, и вопрос смерти он
теперь его не интересует, и вот он ждет, пока эта змея придет и убьет его. И поэтому Гурудев уже сказал, после того, как он рассказал весь Бхагаватам, он сказал вот такие слова. То есть перед Бхагаватам он сказал одно, а после этот самый Шукадев Госвами он вот это сказал. То есть противоположное. This is one kind of beastly conception. То есть думать, что ты умрешь, да, это думание подобно думанию животного, и so, ты должен избавиться от этого. Yes, not I already told Dundukari вот, having вот not. Это шлока, что значит? Day, и вот Дандукари, вот в случае с Дандукари, после того, как он услышал, слышал Бхагавату, в первый день первый его узел разорвался, во второй, в третий. И так, когда он избавился от всех привязанностей, от всех узлов, он достиг освобождения. И вот таким образом у вас ваше... То есть, и как же избавиться от этих оков через Харикатху? И Видяте, значит, буквально освободиться, разрубить эти узлы, оковы. Любые сомнения, вы должны избавиться от них, вы должны развеять эти сомнения. Если вы обусловленная душа, то карма-бандан. Это значит, согласно вашим прошлым действиям, это должно быть. И вот согласно вашим прошлым действиям, у вас какие-то оковы с привязанности, сомнения возникают. То есть вы должны получить плоды, результаты, вы должны терпеть эти результаты ваших прошлых действий, кто будет этим заниматься, кроме вас. Чистые гуру Вайшнава, они могут избавить вас от этих последствий. И таким образом, когда вы осознаете, увидите Кришну в вашем сердце, то все очистится. И Кришна говорит то же самое. Если ваше сердце привязано ко мне, оно всегда погружено в мысли обо мне, то, может, кто-то скажет, что у вас есть вожделение, какие-то люди, как сказать, посторонние говорят, что у гопи у них полно вожделения, но Кришна говорит, что нет. Это не так. Есть огромная, колоссальная разница в читании Чайтамрити, говорится. And prema, there is not heaven and hell. Что между вожделением не просто разница, как между адом и раем, а гораздо больше. Кама, она подобна темному колодцу. Кам андутамо, прем нирмал бхакшу. А према, она без... Према, значит, не просто какому-то чистейшему солнцу, а трансцендентному солнцу. На Галоке можно также найти деревья, реки, пыль. Там все есть, но некое отличие, что это все чинмой, все трансцендентно. Молоко, которое там Кришна пьет, оно тоже трансцендентно. Нет никаких материальных вещей там. То есть все там есть, но оно все трансцендентно. Поэтому Кришна он предупреждает сначала, не думайте по-другому. И вот здесь
то дхиям камаха камая калпе. It seems that is кама. Выглядит, что это кама, но это не кама, это према. Поскольку Кришна, он... И вот Кришна приводит пример, если будете жарить какие-то семена, то есть если эти семена обжарить или выварить, то они уже не прорастут никогда. И так же с помощью Кришна Баджана мы все можем, как сказать, приготовиться. То есть мы можем так очистить наше сердце, что никакого осквернения не будет в вашем сердце, и семена, как сказать, вожделения, они не прорастут. А что говорить о каких-то посторонних людях? Те, кто даже ходит в одеждах преданных, они тоже это пракрита лилу, они неправильно ее толкуют. У них есть такое скрытое вожделение, пассивное. Пассивное вожделение, они хотят получить какие-то плоды от этого. Они не могут осознать, что такое Кришна Баджан, как высоко нам нужно возвыситься, насколько это высоко. И где мы находимся сейчас. И как я могу спорить с какими-то посторонними людьми, если даже наши преданные, они и то неправильно это все понимают и используют. Одна же одна мусульманка, она очень, как сказать, критиковала Кришну в интернете. И вот он спорил с одним преданным из Чайтанья Гаудиаматха. И вот один брамачари, вот этот брамачари спросил меня: «Махарадж, вот последние шесть месяцев она тут пишет всякую ересь, а Кришна, я пытаюсь как-то отвечать, и она опять отвечает, и что делать? Можете ли вы помочь?» Ну, я сказал, приходи после Аника, я помогу. Но я уже Аник не мог повторять. Я думал, как ответить. В тот день Аник я потом повторил. И вот я начал писать ответ, позвал этого человека. Он все это переписал и отправил. И вот эта мусульманка, она после моего ответа навсегда перестала что-либо говорить о Кришне. И вы сердцем должны ответить. Если вы просто какой-то философ, то вы можете что-то ответить, но результата нет, поскольку у вас нет такого чувства, прямого чувства, и это не может дать какой-то результат. И поэтому, если вы гауди, вы должны быть очень сильны, иначе мы не можем сказать, что вы гауди, как мы можем сказать. Если вы гауди, у вас должны быть какие-то качества. И вот таким образом Кришна Бхагаван говорит, хотя вы думаете, что это вожделение, но это нет, не так. И после этого я сказал перед... что как эти жены брахманов, они сокрушались. Они жалели, что они думали, как встретиться с Кришной. Я вот сказал, говорил об этой шлоке, что сарвасиддхи, даже с помощью садусанги можно обрести даже Кришна прему, которая чрезвычайно редка. Сарвасиддхи значит все совершенство, даже прему, которая чрезвычайно редка. И Чайтанья Махапрабху говорит, что у вас есть, какое богатство, какое собственность.
There is only a only property there in the heavenly world. Богатство в этом мире – это Кришна Према, но материальные люди, они привязаны к каким-то материальным вещам, к каким-то деньгам, богатству и прочему. И таким образом они говорят много разных вещей. You can have so many property, land, you know, properties, everything. But actually, that property is not property. If you discover your pure sarup, if you discover your pure sarup, ну это все материальное богатство, но не настоящее богатство. That should be exclusively published. It is there with Harikatha. It's okay after Harikatha answer. It's okay, but it should be separately, exclusively published with a nice title. So that all people can catch, all as everybody. What's that? I must read and know the exact thing. Yes. Mm-hmm. It should be very, you know, projected so that everybody having some misconception, they are doing bhajan. They are doing bhajan. I have not 100% been useless. Inside that, they are coming, trying. Все, кто совершает баджан, у некоторых есть какие-то сомнения, и если у вас есть сомнения, как вы можете прояснить сомнения в других? Сначала вы свои сомнения должны разобраться со своими сомнениями, потом уже можете помогать другим. И я вот говорил, что эти жены браманов, они получили возможность благого общения с помощью Малини. Малини, она была прекрасная, преданная, она всегда воспевала славу Кришны, но эти жены браманов, эти браманы, у них не было такой возможности, но в итоге они... I told you that Pati Patni has been alive, and their unification is really. Because usually marriage means we think. Если они действительно, как сказать, настоящий муж и жена. Вот на Западе обычно люди долго не живут после того, как женятся, но в ведической традиции, если вы, как сказать, женились, то уже это надолго. То есть это буквально объединение двух сердец, значит, и как это возможно, что развестись, опять жениться и так далее, и это не совсем правильно. И вот суть в том, что из-за того, что они были, как сказать, настоящими супругами, то вот в ведических писаниях говорится о сахадармине, то те благие дела, которые совершает жена, муж половину блага от них получает. И также муж, если что-то делает благое, жена получает благо от этого. То есть свадьба, ну, как виваха, значит объединение двух душ, находящихся в разных телах. И таким образом, я уже сказал, что те жены браманов, когда они отправились к Кришне и вернулись назад, поскольку Кришна пообещал, что никто не будет спорить с вами, идите, по моей милости, все будет хорошо. А жены сказали, нет, они нас не примут. Кришна сказал, нет, все будет благоприятно, я обещаю. И вот они вернулись, и действительно никто не спорит с ними. Никто не возмущается, они просто не возмущаются, они счастливы. Они начали говорить, что мы очень неудачливы. У нас нет такой... Смотрите, насколько вы удачливы, вы смогли узнать... поверить Кришне, поскольку я уже сказал, что эти браманы, которые совершали ягью, они начали прославлять своих жен. И вот они говорят, «Дришва стринам бхагавати кришне бхактим алоукиким абнормал бхакти, супернатурал бхакти». У них была такая сверхъестественная бхакти.
мы видим ее в сердце, в сердцах наших жен. Как это возможно? They started decrying themselves. Они начали criticizing. What's that? We are rubbish. We are useless. We are fallen souls. Сокрушаться, начали жалеть, но начали ругать самих себя, что мы падшие души. А посмотрите, как прекрасны наши жены, как они возвышены. Три рождения, которые мы получили, они все бесполезны. Какие же мы брахманы? Дхиккулам, дхиккриядхакшам, димукхам, джету адхакхаджи. Дхиггьянмо. Our life is useless. Наша жизнь бесполезна. Our life useless. We are getting education. Мы получили образование в Гурукуле. All useless. Но все это бесполезно. Какая польза от этого? Мы так знаем всяких ритуалов, повторяем мантры, совершаем яги, но что толку от всего этого? Какая главная суть всего? Каждый день, если вы преданы, то перед вечером, перед сном вы должны подумать, что хорошего вы сделали, какое благо обрели. Вы должны думать, как каждый день перед сном, что хорошего вы получили сегодня. Какое благо, духовное благо, бхакти. No strivid vidyam dhik bratam dhik bhut gatam. All our vow, все наши обеты, которые мы совершали, они все бесполезны. We are wise men. We think. Мы думаем, что мы умные люди. We think we have wisdom. Мы думаем, что у нас есть какая-то мудрость, но она вся бесполезна. We think our family high. Мы думаем, что мы родились в высокой семье брахманской. Useless. Dick. Но все это бесполезно. Мы знаем много того, как совершать всякие ритуалы. Но все это тоже бесполезно, поскольку главное Кришна, мы от него, как сказать, отвернулись. И поэтому это наша, это главная болезнь, и все бесполезно, то, что мы знаем. И вот они плакали, не сокрушались, что майя насколько сильна. Майя so strong. Нунам бхагавато майя йогинам опи махини. Йоги мин? Йоги значит любые йоги. Йога – такой открытый термин. Карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога, раджгухья-йога. Бхакти-йога – это она превыше всего. Но так или иначе, все йоги, они предназначены для того, чтобы обрести связь с Верховным Господом. И вот в этих словах говорится, что те, кто йоги, для них также майя, она очень сильна. Many yogi. Много йогов. They break their yoga. Они 60,000 years yoga done by Savari Rishi. Они не смогли следовать своим обетам. Вот Шабари Риши совершал аскезу 60,000 лет. Но все это пропало зря, как вода. Вы можете совершать баджан, слушать харикатху, но если ваш баджан несовершенен, если в любое время под влиянием майи вы можете пасть опять. И сколько времени заняло вам достичь какого-то высокого уровня, и чтобы пасть, сколько нужно времени? Тысячи лет может занять возвыситься до какого-то уровня, и за часть секунды вы можете пасть. Будьте внимательны. Не совершайте баджан подобно глупцам. Те, кто искренне, они могут прийти ко мне. Иначе я не могу их принять. Нунам бхагавату майя йогинам опи махини. Йогинам опи махини. You know? Яд байам гурово нинам сварте мухиха махи дия. We cannot understand actual, you know, свартха. Вы не можете понять ваш настоящий интерес. Какой ваш настоящий интерес?
Swartha, swartha, swartha in Sanskrit. Swartha на санскрите. English selfish. Это ну, по, на английском будет типа корыстие. Как-то так. Но если на санскрите это слово разделить, вот это значит. If I split in Sanskrit grammar, if I split nicely, swa plus artho, it is swartha. What is swa? What do you mean? Swa means self. Interest of my body and mind is called material being used selfish. То есть если, если мы заняты, как сказать, split in very nice way and try to get the exact meaning, then we see swa, swa mean yourself. Swa значит это вы, как сказать, ваше эго. And эго, if artha, I mean interest, is Krishna Bhagavan. А то есть, а если более глубоко на санскрите подумать над значением этого слова сва-артха, что значит? Сва значит наше настоящее, как сказать, настоящий интерес, то есть не просто корысть какая-то, а интерес для блага вашего вечного я, и поэтому вы должны более глубоко изучать. Сейчас вы, сейчас у вас есть представление о какой-то материальной расе, но по милости Гуру Гауранги вы можете получить что-то с того трансцендентного мира. И вот они. И вот они женщины. Они женщины. Но их любовь к Кришне. Но не избавили. Но они устремились к Кришне, подобно рекам. Like a river, falling down from, you know, from a hilly place and going very forcefully towards Nimnaganam yatha ganga, devanam achutu yatha. Nimnaganam, nadi, river, going towards seas ultimately. And now those jagic brahmans speaking, oh, how possible? И вот эти брахманы, они начали говорить, как возможно, они не получили никакого посвящения, никаких самскар нету, они никогда не учились в Гурукуле. Нет. Они не совершали никаких аскез. They're not Atma Mimamsa. They're not going to Vedanta. Не изучали Веданту. Веданта мне? Веданта значит. Вы должны. Directly or indirectly, you have to think over and again on some point. Прямо или косвенно вы должны думать о том, что правильно, что неправильно. Это Атма Мимамса называется. Ну, еще пример такой приведу. Вот Аджамила, он очень был прекрасным браманом. Но Аджамил, он попал в такую ситуацию. Он посмотрел на какие-то отвратительные вещи и решил, думал, делать эти, заниматься ему этим или не заниматься. И в итоге его читбол, его, как сказать, сила, его сознание не было достаточно сильно, и он пал. Понимаете? И вот Аджамил, он не смог сдержаться и решить в правильном направлении это, как сказать, влечение. И вот наше сознание, оно думает, что хорошо, что плохо. Философ Кант. И вот Кант. German. He is always thinking this way. Он говорит, Кант, когда бы он говорил, если я делаю что-то плохое, я чувствую, что я не должен это делать, и кто-то внутри меня говорит мне, зачем ты сделал это. И когда я делаю что-то плохое, я чувствую, что кто-то внутри меня говорит, почему ты это сделал, и кто это, я не знаю.
Когда я смотрю на небеса, я вижу бесконечность, звезды, а я настолько мал, я чувствую себя очень малым. И вот этот материальный мир, как творится, вы уже знаете. И вот из этой Махататвы мы получаем так много вещей. Density and volume, vice versa proportionate. You know? You have read physics? И вот физики. You must know. Есть такие понятия, как плотность и объем. Они обычно взаимосвязаны. Если объем увеличивается, то плотность она падает обычно. И если я скажу, что весь мир, я могу весь мир сжать до одной точки, это возможно или нет? If I say the whole world, I can bring into one. Я могу сказать, что весь мир я могу сжать в одну точку. If the density extend going to infinity, if density going to infinity, then volume tends to zero. То есть если это плотность увеличивается, то объем уменьшается, соответственно. Volume. If I make density infinity, then automatically I can claim that in a point I can bring the whole world. То есть, если вот все сжать объем вселенной сжать до каких-то малых размеров, то соответственно плотность увеличивается и это будет возможно. But negative point you should think that I am here not to enjoy. Так и вот, находясь в этом материальном мире, вы должны помнить, что вы тут не для наслаждения, а для того, чтобы узнать об абсолютной истине. Шоуча, что значит шоуча? Это чистота, внешняя и внутренняя чистота, чистоплотность. Вы должны поддерживать ее как внешнюю, так и внутреннюю, обе. И внутреннюю чистоту вы можете поддерживать постоянным памятованием Верховного Господа, Гуру Вайшнава, Дхамы, Намы, а внешнее вы должны быть осторожны насчет одежды, насчет ситуации, в которой вы находитесь, чтобы не оскверняться, прикасаясь к чему-то нечистому, иначе через это осквернение энергия ваша выйдет. Будьте внимательны. Я не хочу подробно говорить, поскольку не все на таком уровне находятся. И следующее. Ту чистоту, которую мы поддерживаем, она... А вот эти жены, они иногда нам следуют, но как бы ничем не занимаются особо, но все же... И кто такой Йогешвар? Это Шанкар Бхагаван, он тоже Йогешвар, но он кто... Йогешвар, он Кришна. Татапи уттам сроге Кришне Йогешваресваре бхактир дира на часмакам санскаради матамапи. We have done all 10 kind of санскар. И вот мы совершили 10 санскар. Есть 9 санскар. 10 санскар это саньяса. И вот мы с самого рождения мы проходили через эти самскары. От рождения до самой смерти есть различные самскары, а у тех жен вообще ничего нет, но у них есть твердая вера и преданность Кришне, а мы так следуем всему.
Я уже ответил, как эти браманы, они откуда они такого осознания получили, поскольку их жены встретились с Кришной, обрели милость Кришны, и их мужья, они тоже какую-то часть от этой милости получили, и их сердце извинилось, и они говорят, как это возможно, если Кришна, он послал каких-то пастушков своих друзей, они сказали нам, что Кришна приходит, дайте поесть, а мы не могли осознать, он даже напомнил нам, что он приходит. Он послал своих спутников, а мы не поняли. Кришна, он самоудовлетворен. Кришна, он насыщен сам в себе. Кришне, ничего не нужно от вас, ни риса, ни хлеба, ни ничего. Но все же они говорят, что Кришна дал нам возможность. Те пастушки, они пришли, сказали, что Кришна Баларам приходит, дайте нам какой-то еды, но мы настолько глупы. О, Кришна! Мы не смогли осознать это. И вот они начали плакать. Они начали жалеть, ругать самих себя. То, что они так глупо поступили. И вот они говорят, говорят. Намостубьям Бхагавати Кришная Кунтамедасе Janmaya yamahito dhiyo brahmamo karma vatnasu. That is Supreme Law. И этот Верховный Господь. Oh, we couldn't understand. Oh, мы не могли осознать, что Он пришел к нам. Nothing from us. Ему не нужно ничего от нас, он, но он хотел взять наши, ну, что-то от нас, чтобы даровать милость нам, Гуру Вайшнавы, Бхагаван, они самоудовлетворены. Им ничего не нужно, но если вы что-то даете им, будьте уверены, что это для вашего вечного блага. Никто не может осознать. And now you see, вот one сейчас, day I смотрите, went to. I like to speak so many things. Я хочу так много сказать, но времени мало. So 24th chapter now. И вот 24 глава. Шукадева Госвами говорит. Бхагаван опи татроива баладевена саньютаха пасян ивасан гупан индрио яго критоддама. One day Krishna Balaram watching. И вот однажды Кришна Баларам смотрит. Они заняты подготовкой к чему-то. They speak like that. Jagya. Гупа индри яги какой-то. И вот они собирали какие-то принадлежности для яги. И как Кришна Баларам, они антарьями. Знают все, но все же они пошли спрашивать отца и старших. И вот, хотя здесь говорится вот эти слова о них, что им не, к Кришне не нужно говорить о чем-то, он знает все, но он спросил. Прасраяванату апайчат бриддхану нанду гопура, нанду пуро гаману. Actually, и вот на самом деле они знают все, но все же со смирением они спрашивают Нанду, Пананду, Адхинанду. Они все старшие. Мы хотим спросить. Мепито ко аям самбрамо ба упагатаха. Каттатам ме пита ко аям самбрамо ба упагатаха.
Where from this kind of, you know, откуда это? Effort coming. I mean, you are taking preparation. What for? Чем вы занимаетесь? Зачем вы это все подготавливаете? Какова причина? King Phalam. And you are going to do. I think you are going to do some ritual. Я думаю, вы какой-то ритуал хотите совершить и какой результат получите? Kasocho desha. Кенова саддате макаха. This kind of ягья. И вот это ягья, почему вы ее совершаете? Какова причина? И какие результаты? Это други махан камо мыям сусабе пита. О, father. О, отец. Но. О, тато, анкел. О, дядя. Кулло тато. So you all, we are requesting, we too requesting you. Мы просим тебя, скажи. Because those who are sadhu, they cannot have anything in their secret. У них не может быть никаких секретов. Нохи гопьям хи садхунам критьям сарватманам хо. Those who are sadhu, they cannot keep anything in secret. Те саду они не могут ничего держать в секрете. И вот Нанда Махараш Упананда сначала Нанда начал говорить: о мой сын, баба, actually паджанну Бхагаван Индро мегахастасятмуртаю те абхиваршанти бхутанам пренанам живанам паюху. Actually, point is that Indra, вот, суть в том, что Индра, you know, rain, он дает нам, посылает нам дожди. We imagine that Indra in the form of mega, и мы, you know, giving rain. И вот Индра в форме этих облаков, он дает нам дождь, и благодаря этим дождям мы выращиваем траву. And все растения и эти коровы, которые у нас есть, они едят эту траву, зерно и прочее, что растет благодаря дождю, и поэтому мы поклоняемся Индре, чтобы он послал дождь. So why is if Indra satisfied, вот we can get sufficient rainfall. Доволен, то будет достаточно. We can get sufficient rainfall, and for that we can get sufficient crops. Достаточно дождей, благодаря дождям, дождям будет достаточно растений, цветов, плодов и зерна и прочего. Ну и будет чем коров кормить, и поэтому мы поклоняемся Индре. И услышав это, Кришна сказал: «О, отец, что вы говорите?» А вот мы слышали, что карма... Кришна вот, он начал говорить с Веданте. Очень с таким со смирением, чтобы никто не подумал, что кто-то, ну, что он хочет оскорбить кого-то. И вот, но отец. И вот что он говорит. Шукам дукшам бхайам кхемам кармин наива випаддати. All father, we know actually. И вот все. Отец, мы знаем. All jivatma, they are propagating their own karma fall. Jivatma, они все получают результаты своих действий, плоды кармы, это автоматически происходит. Никто не может это все, как сказать, избавиться. Это должно случиться, то, что вы сделали, вы должны страдать за эти действия, вы должны принять результаты тех действий, которые вы совершили. Это карма пол называется, плоды кармы. И в Гите Бхагаван тоже говорит. Бхагаван говорит. I say first of all, you must hear all in details about the, you know, definite, you know, all the inner meaning of Gita. Вы еще раз
повторю, что сначала нужно изучить гид-гиду, чтобы у вас был фундамент, иначе ваше здание, как сказать, бачан, оно упадет. И вот Кришна в гите говорит такие слова. У вас нет права думать о результатах ваших действий, это зависит от меня. Все дживы, если они что-то получают, то есть, что они делают, они результаты получают согласно своим действиям. Is an automatic failure. То есть это автоматически происходит. What you are doing, все, что вы делаете, результат этих действий, они сами к вам приходят. И все дживы, о отец, они получают все результаты своих действий. If at all any Ishvara, если вообще какой-то Ishvara, asti chet Ishvaraha kashid phalo rupani akarmanam kartaram bhajate sopi nahi akartur prabhu akartur prabhu hisa. Actually, if at all there is Ishvara, и вот если вообще есть какой-то Ishvara, Кришна знает Ishvara. All judgment giving in все. Krishna giving in front of us, so that those who are not believing, those are formless Brahma or Supreme Lord, somebody will think, no, Ishwar is well. For anybody, any jeev, jantu, any human being, they are going to get their, you know, result of their own activities. То есть все живые существа, они получают результаты своих действий. И Кришна, он говорит таким запутанными словами, извилистыми словами, что есть такой, как сказать, Ишвар, повелитель или Господь, который он дает вам результаты согласно вашим действиям. Что Индра может делать? Индра, он не заведует этим отделом. Что Индра может сделать? И Кришна Бхагаван, он хотел доказать, что без Кришны, без Кришна Бхаджана, вам не нужно ничего делать. И таким образом, через Враджаваси, Кришна дает нам такое учение. И сейчас вопрос, как возможно? Если мы поклоняемся Калибуджу совершая, кто-то может критиковать нас. Это для вайшнавов не предписано, они Индре поклоняются. Почему? Но Сиддханта какова отсюда? Хотя Кришна, Верховный Господь, здесь, он Гаргамуни уже сказал, что он Господь, но любые действия, которые делают Враджаваси, это все для удовлетворения Кришны. И будьте внимательны, это очень научно. То есть любые действия, любые дела, которые делают Враджаваси, их цель, чтобы Кришна был доволен. Мы, может, не можем понять это снаружи, но любые действия, которые они делают, они все ведут в итоге к удовлетворению Шри Кришны. То их все сердце, там нет ничего. Их все сердце, оно полно Кришны. И как это возможно, что они будут поклоняться Индре отдельно? Что для блага Индры нет. Это очень оскорбление для вас думать таким образом. Если вы думаете, что они Индра Ягью совершают, то все же это они делают для удовлетворения Кришны. То все, что они делают, это все в итоге для Кришны. То есть в нашей жизни, может, это никак не сочетается. Но все для удовлетворения Кришны они делают. И внешне можно найти, что они заняты в Индра-Яге, но внутри их сердца можно найти, что они заняты с Кришной. И Кришна в Гите говорит,
те, кто поклоняется полубогам, это как бы незаконно. И поэтому я говорю, вы должны слушать объяснение Гиты. И вот настолько много расы в Гите. Так много научных вещей там. И Кришна говорит, те, кто Арджун, те, кто поклоняется полубогам, это незаконно. И хотя они получают какое-то благо, это все исходит из меня. Например, Индра, вы совершаете Арчану Индри, и любые блага, которые дает Индра, они исходят из меня, если Шанкар Бхагаван благословляет что-то. Но если вернуться, изначальная причина – это Кришна, то, что нам послал. Это все благословения, они исходят из центра. Есть все благословения изначально из Кришны. Исходят даже Ганапати, Ганеш. Все хотят ему как-то послужить, совершить какие-то поклонения какое-то, чтобы избавиться от проблемы, получить богатство. Но в Брахма Самхите говорится, что говорится. विज्ञान विहंत मलवस अलमस सजगत त्रयस्स गोविंदमादिपुरुषम तमः यत् पादपल्लव विनिधाय कुंभे actually गणपति महाराज checking the गणपति महाराज взял лотосные стопы Нарсимхадева к себе на голову, и благодаря милости Нарсимхи он может спасать вас от всех препятствий, но эта сила на Нарсимхадева к нему пришла, то есть от Кришны в итоге. So now I can prove you. You can see that they are doing actually. Actually, they are doing Indra Jag. But actually, they are doing Indra Yagyo. Но внутри их сердца, все, что они делают, все для удовлетворения Шри Кришны. Поэтому для них это не оскорбительно. В Гите Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, это незаконно. Они поклоняются, но это не авторитетно. So now, after и вот сейчас, nice judgment, после многих свидетельств Веданты, Кришна говорит: «О, отец, это бесполезно поклоняться Индре». На самом деле, когда Кришна, что бы он ни делал, он есть несколько причин, стоящими за его действиями. С одной стороны, Кришна, он хотел избавить Индру от ложного эго, и также он хотел доказать всем, что без Кришна-бхаджана нет ничего серьезного, и утвердить этот обычай, что мы все должны поклоняться Гавадхану, совершать парикраму. Мы все это должны делать. Это Кришна. Кришна. Он сам Кришна, сам Шри Чайтанья Махапрабху не занимались этим, чтобы дать нам пример, утвердить это правило. И вот Кришна советует: «О, отец, все, что ты сделал, это не проблема, то, что вы подготовили, все ги, все йогурт и все остальное, все сладости, все приготовления, которые вы сделали, мы можем забрать и погрузить на бычьи тележки, поехать на Гавадхан, и лучше мы будем поклоняться Гавадхану, поскольку, смотрите, Гавадхан перед вами. На санскрите мы говорим, вот холм значит будар на санскрите, вся земля,
А, то есть земля, она находится. All land portion then on his earth all captured by, you know, hills and trees. Земля, но others all going to lose in water. А, то есть земля находится на холмах и деревьях. Будда means catch. Это значит Будда, то есть он то, что поддерживает, чтобы это все не пало в воду. И вот Кришна говорит, смотрите, если у нас Говардхан настолько прекрасен, Говардхан, он так много дает нам всего, и плоды, и цветы, и всякие коренья. I told you. Я уже говорил вот об этой шлоке, которая восхваляет, прославляет Говардхан. И Говардхан, он не отличен от Кришны. Кришна, он есть Говардхан. И вот таким образом Кришна говорит, все, мы можем взять и совершать ягью парикраму. И давайте посмотрим на результат, что случится. И в итоге Кришна Бхагаван хотел избавить Индру от ложного эго. И Индра очень разгневался. И вот здесь описывается, что мы можем предложить так много. Мы после Говардхан Пуджи можем раздать прасад браманам и прочее. И можем раздать как коров в качестве пожертвования. Здесь это описывается. И кому? Хуям тамагана йо самьяг брамманаир баммабадивихи. И вот те брахманы, вайшнавы, можем позвать их, когда яги кончится, мы можем раздать прасад им всем, раздать коров и... And also и также те чандалы, те низкокастовые, их тоже можно раздать прасад им. Сва значит те, кто едят собак. Сва чандал патитебхьо ятархата. And javasam, javasancha gavam datya girae diyatambali. We first you can offer to, you know, Balimanu Bhat, you know, presentation. Предложить это сначала Гирираджа и потом все, что останется, мы раздадим всем. И после этого мы можем украсить себя украшениями. Сванкрита бхуттаванто сванулиптя субасасаха прадакшинамца куруто го випро випранала парватана. So, after taking prasadam, everything, you know, вот после того, как они приняли прасад, украсились, мы можем совершить парикраму Говардхана. Бхаджан свалам крита бхуктаванту сванулипта субасасаха прадакшинанча куруто го випрана го випранала парватана. Го випро анал. I mean, yoga, you know, fire there. Go vipranalo parvatan. Parvatan, Giriraj Maharaj, Brahman, Vaishnava, and the fire there, you already do sacrifice. We can do parikrama nicely. Мы можем совершить парикраму вокруг Говардхана после всех этих поклонений ему. И Сиданта здесь такова, что Говардхан парикрама вы должны совершать, постясь, поскольку это Гурудев говорил, это часть арчаны. Но здесь мы видим, что в Раджавасе они поели прасада, украсились и пошли с киртаном вокруг Говардхана на парикраму. А те, кто не могли ходить, они ехали на бычьих повозках.
хотя бы так совершали парикраму, и здесь кто-то вот говорит, что на Гавардхане нельзя, ну, обходить его, ну, объезжать, точнее. Но если вы какое-то растение или инвалид, ходить не можете, или ноги болят, или еще что-то, то можете сесть на повозку и повторять харинам и объехать Гавардхан, если обойти не можете. И поэтому все возможно. Pradakshinan cha guruto go viprana la paravatano. Aha, very nice. After that you say, they are sitting as somebody and sitting in, you know, bull cart. И вот кто-то из Враджаваси сидел на повозке, кто-то пешком шел, повторял, святые имена играли на мриданках и караталах и воспевали святые имена, и Индра тем временем очень разливался. Что это? Какой-то глупец? Он не образован. Он сумасшедший, и так много сказал всякой ереси, и Индра очень разгневался, то, что они перестали ему поклоняться, что моя арчана, ягья, он остановил ее какой-то пастух. Сколько силы у него есть. И он позвал всех. И вот он. Вот он позвал эти облака, эти особые облака, которые приходят в время разрушения, вселенского разрушения. Индра позвал их и начал и говорить, что лейте дождь, я хочу, чтобы все смылось с Враджадхамы, все признаки их, все должно быть затоплено, все смыто с лица земли, весь Врадж. И он послал с таким этим приказом облака. Бакканча Ахешам, Ахешам Маннута, Аманнута. He think I am a leader, I am above all. Он думает, что this way, calling the, you know, Sangvartaka Megha, ну вот, в общем, он позвал облака, сказал, чтобы они начали лить дождь на враз, чтобы смыли его с лица земли. Why? И почему? Бачалам, Балисам, Стабджам, Агьям, Пандам, Пандита, Манинам, Кришнам, Матам, Упасвитта, Гупа, Меча, Крур, Априям. So many titles. И вот так много титулов, не титулов, так сказать, а оскорблений в адрес Кришны. Первый Бачалам, что значит? Тот, кто говорит подобно сумасшедшему. Так много такой, так сказать, много говорящий. Но я уже говорил об этом, может, не все помнят, что когда Шишупал начал оскорблять Кришну, Сарасвати, которая она была на его языке, она прославляла его, и также Индра, который говорит все плохие слова в адрес Кришны, но Сарасвати, она правильно говорит, она все это, так сказать, искажает, чтобы это восхваляло Кришну. So first word, what is speaking? Bachalam. 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 Что значит? Подобно бреду сумасшедшего. То in vaksha, I would like to explain next in Sanskrit. Если это объяснить на санскрите, это слово можно сказать вот так вот. Iti bachalam. Who can speak everything? Кто-то может сказать все. What he cannot speak? Что он не может сказать. И вот он вачалом называется. Вачалом значит, вроде как ругательство, какое-то, если мы его разберем на составляющие, как слово сварха, например, можно разделить и понять другое значение этого слова. Сварха значит, это естественное состояние души, то
то это другое значение будет относительно материального толкования. И вот вачалам также можно извлечь хорошее значение из этого слова. Мы все говорим из-за того, что Кришна дал нам такую возможность. You know, balisam means actually. Значит, balis means actually is you know not knowing anything. Что он ничего не знает, какой-то глупый ребенок. Actually, balisam means sishu, too child. Too much childish attitude. So you see, it's called actually now. Balisham. Stop them mean. What do you mean by stop the? Stop them mean actually. Who is he cannot give response. Тот не может ответить. Такой без. No, actually not. Actually, like you know, stop them mean. Who is actually, you know, stop them mean what to speak in English. What to say very. Stop them mean is stop. Ну тут так сказать. Не отвечает на, как сказать, на вопросы. And you see, stop the, and at the same time you see. И в то же самое время. Пандит Манинам. And Martam. Martam. Martam upasritto. Agyam mean? Agyam значит. Agyam mean? Agyam is a, you know, is ignorance. Невежественные. Агья, not knowing, no knowledge. Ничего не знает, не имеет знания, но Сарасвати говорит. Nobody is more, much more, никого, кто бы был более знающий, чем Кришна. Агья. This way meaning. Агья mean, usually you can find агья mean Кришна is having no knowledge. But Saraswati is making meaning. Nobody is there in this infinity world who is just more knowledgeable than Krishna. Вот он говорил одно, а Сарасвати это исказило, и так получилось, что нет никого более знающего в этом мире, чем Кришна. Continuously for 7 days, seven. И вот дождь послан Индра, он продолжался 7 дней и ночей, и молнии, гром. Lightning, you see. And when the rain started. And Vrajavasis, they all, you know. И вот когда дождь начался в Раджавасе, praying to Krishna, oh Krishna. Они пошли к Кришне и сказали об этой ситуации. Мы уже сказали, что Индра разгневался, и вот посмотри, что случилось, и твоя обязанность нас защитить. Кришна сказал: хорошо, пойдем. Пойдем куда? Куда? Вы возьмите коров и всю вашу, ну, все ваши вещи, пойдемте со мной. И Кришна пошел к Гавардхану, он поднял его, положил, поставил на мизинец и держал. И 7 дней и ночей Кришна он держал Гавардхан на своем мизинце, подобно зонтику. И была деревня также. Чандра Саровар, Саровара, там место расы, и там 4 километра, если пройти, то можно увидеть 2 деревни. Я был много раз, Этапетха называется. И те пастушки, Кришна говорит, я могу держать этот Гавардхан, а пастушки говорят, ты что, ты знаешь, как он тяжелый? Кришна говорит, нет, я могу сделать, но пастушки сказали, ну смотри, там дерево Кадамба, если ты можешь его свернуть, то мы поверим. И Кришна взял это дерево и свернул его, выкручивал, и они тогда поверили ему. И вот Кришна, он пошел. Go there and keep Govardhan and put pressure.
First, Krishna entered into one cave. Там был какая-то пещера. Кришна зашел в нее под Гуадханом. Гуа cave. Cave is not actually cave. In understand mind. Cave is in Gufa. Gufa is there in you know stone, as in under mind. And taking this Govardhan. Everybody shouting, how possible? Our small Krishna, you know. Зашел в нее и там. И поднял Гавадхан на своем мизинце, и все, и Кришна сказал, все коровы, пастухи, телята, и все должны прийти, и вот Гавадхан, и вот Радхарани, гопи, все, и все его окружение, они молились о том, чтобы видеть Кришну постоянно. Поскольку иногда Кришна уходил на пасти коров или еще куда-то, они не могли видеть Кришну. Было тяжело стерпеть такую разлуку, но сейчас у нас есть возможность видеть Кришну непрерывно. И вот все в Раджавасе, они своим сердцем они хотели, чтобы была такая ситуация, чтобы Господь организовал так, чтобы они могли видеть Кришну все время без перерыва. Мы хотим получить это, мы хотим, чтобы это случилось, и вот это случилось. Кришна, зная желание всех, Он исполнил их желание. И вот Кришна сделал так, что все гопи и прочие, они смогли видеть Кришну непрерывно, и они были очень довольны этим. Иттуктайкена хастена критва говардханачала дадхаро лилая Кришна чатракми бабалака. Иттуктайкена хастена критва говардханачала дадхаро лилая Кришна, Кришна чатрак миво барка. Чатрак. You have seen mushroom, fog. Again, in rain time, some point you know you can in fields, and you can find some you know some kind of like umbrella. You can this one kind of you know чатрак we say. И вот есть чатрак, это как грибы на санскрите. So this way, you see, и like that, you know, и подобно like этому Кришна держал Гавадхан как зонтик. Кришна чатрак мивабарака. After 7 days, 7 night, when и вот после 7 дней ночей, когда Индра, он уже не смотрит, что несмотря на все усилия, он не мог затопить врач. Смотрите. Никто ничем не занят, они, вот смотрите, они не думали, что надо там готовить, есть еще что-то делать. Они смотрели на Кришну день и ночь, но они не думали, что им надо там поесть, там приготовить что-то, еще что-то. Никакого мысли такой не возникло, они были полностью удовлетворены, смотря на Кришну. Они не чувствовали таких ни голода, ни жажды, ни ничего иного. И спустя долгое время, когда 7 дней и ночей прошло, то тогда Индра, он начал думать, как это возможно. Я думал, что он послушал, что сын Нанда Махараджа. Но сейчас я смотрю, что случилось. 7 дней и 7 ночей он держит этот Гавадхан, как это возможно. Так много дождя, куда вода все уходит. И они, они не чувствуют опасности. Почему? И Кришна говорит, дождь кончился, выходите из Гавадхана. И Кришна, он опять опустил вот этот Гавадхан, и все в Раджавасе, они начали обнимать Кришну, целовать, поздравлять. И после этого они все вернулись в свои дома. In the meantime, тем временем Indra became very angry. Индра, он очень разгневался. Now Indra became soft. Ну потом он успокоился. I already told the place where Indra land. Я уже сказал. Bahej Bahej Gam.
то место, где Индра приземлился, Бахеч называется. From their left side, you can get вот, one place. Где-то там с левой стороны дороги Самдак. Там Кришна одну лилу совершил, и оттуда, если 5 километров пройти, там место Бахеч называется. Там дальше Парамадала будет и прочие места, и там Кама. Нарайан Сарова какой-то. То место, и вот Инда и надоело. И Инда уже был уверен, что это не какой-то там обычный мальчик. Наверняка это надо Кришна, он наверняка Верховный Господь. И кто мог совершить такое, кроме Кришны? Ко саттайон валаха, ко махадри видхаранам. Where is the seven years boy? И где этот семилетний мальчик? And where is the calculation for over 7 days and night continuously holding? И как он мог 7 дней и ночи держать Гавардхан? Ко саттайон валаха, ко махадри видхаранам. So he became very, you know, afraid. И вот очень испугался. You know. And those Brajavasis, they are expressing doubt. И те Брajavasi не начали сомневаться. They are expressing doubt, O Nanda. О, Нанда. Speak rightly, don't speak говори wrong. Говори правду, не лги. What is the speciality with your boy? Как, who is he? В чем особенность твоего сына? Кто он? Then Nanda Maharaj thinking. И Нанда Махарадж сказал, что ему, да, я думаю, ему говорили о Нанде, и мы думаем, что он необычный, и Нанда Махарадж стал описывать всю татву, которую Гаргамуни сказал. Бахуни санти намани рупани ча сутасате гуно карману рупани. Tani aham vedo no janaha. Gargamuni actually is very before actually Gargamuni speaking. Gargamuni он говорил такие слова. Bahuni santi namani rupani chasitas. Hey Nanda, your boy твой сын, has so many, you know, form. Он and nam, имеет много форм, много имен. And so many activities in different yuga, doing different. Действий он совершал в различных югах. И вот Гаргамуни сказал, о, Нанда, я знаю. И я вспомнил, и вот Нанда Махарадж сказал, я вспомнил, то, что говорил Гаргамуни. Нанда, почему ты не рассказал нам? Мы выгоним тебя. Мы хотим выгнать тебя из нашего общества. Почему ты ничего не сказал о Кришне нам? Он пытался обрадоваться, но они говорили, что нет. Почему не сказал? Ты тут... Then Gosala don't invite us. Гошали с такой праздник был, нас не пригласил. No, we don't like to hear anything. Вожаваши сказали, что не хотим ничего слушать, а он оправдывался, что была проблема такая. И Гаргамуни мне посоветовал это все скрытно сделать, и поэтому я сделал все, не пригласив никого из вас. И Вожаваши начали сомневаться и спрашивать, о, Нанда, кто же твой сын? Говорит, мы не можем представить, что семилетний мальчик мог 7 дней ночей держать Гавардхан на своем мизинце, в то время как много дождей, ураганов, гроз, молний и прочих стихийных бедствий было. Как это возможно? Он спас нас. Indra, now Sukadeva Goswami speaking. И вот Шукадев Госвами говорит. Дрите сайло асарад ракшите браже голокад бражам
Кришнам Сурови Шакру Эвача Говардхане Дхрите Сайва Асара Дракшите Бхаже. И вот когда Враджадам, в 26 главе 1 шлока, и вот когда Гаудхан, он был, Кришна держал его на своем мизинце 7 дней и ночей, то Индра, он начал думать и сказал, о, Индра, он очень такой, он очень знает политику и думал, что если пойду к Индре, к Кришне, тогда Кришна меня накажет, и лучше я пойду вместе с коровой Сурабхи. Поскольку Кришна, когда увидит корову, он очень обрадуется, и поэтому он так позвал Сурабхи и сказал, о, Сурабхи, пойдем к Кришне, я совершил оскорбление, и поэтому я боюсь идти один. Но Сурабхи согласилась, и они пошли. И вот Сурабхи шла, а Индра поникнув головой, пошел за Сурабхи. И Кришна, когда увидел Сурабхи, он был, стал очень счастлив, поскольку Кришна, когда он видит коров, он всегда счастлив. И вот Индра это знал, поэтому с умом подошел к делу. И вот Индра пришел к нему с поникшей головой. И Сурабхи, он поставил, Кришна, увидев Сурабхи, он очень обрадовался, и Индра начал возносить свои молитвы, что я совершил ошибку, прости меня. Индра начал прославлять Кришну. Я могу несколько молитв прочитать, и вот Индра говорит. Тапумаям дхасто раджустамастам майя майоям гуно санпрабахо на виддатете агрухан банду вишудда сатьям тавадхам сантьям тапумаям дхасто раджустамастам Ио дам. Дам mean the place where Krishna stays. Дам, so many meanings we can get. Дам имеет много значений, это слово. Это сила буквально, энергия и прочее. И вот Индра возносит здесь свои молитвы, что прости меня, я совершил ошибку. Он предложил свой полный распростертый поклон и говорит. Намастубхям Бхагавате Пуршая Махатмане Васудевайо Кришнайо Саттватам Пате Намаха. 10, 27, chapter 10. I have done mistake, please. Я совершил ошибку, и прости меня, ты должен простить меня, нет иного пути. Then Krishna, и тогда Кришна говорит. Маяте акари магаван маку ванга анагриннатта мадану сритвей нитьям маттасендриас сриягритам. Бачча, маяте акари магаван маку ванга анагриннатта. I break the rules. Yeah. I break the rules to, you know, do Индра Ягьягья, just to break your vanity, false ego. То есть я прекратил поклонение тебе для того, чтобы избавить тебя от ложного эго. That's why I have done. И поэтому я прекратил поклонение тебе, поскольку из-за тех богатств, что я дал тебе, ты слишком возгордился и забыл, что я Верховный Господь. Я уже вот в Упанишадах. Я уже был такой случай, я говорил о нем, когда Индра, после победы, Индра с всеми полубогами не очень возгордились. Брахма пришел в форме животного, никто не знал. Я кратко пересказываю, Индра послал Агнидева, Варуна, Ваю, все они
не смогли сделать, чтобы они узнали, кто он такой, кто это за творение такое. И вот они не смогли справиться с заданием, спрашивают, кто такой, а ты кто? Как я такой, Агнидев, а что ты можешь? Я могу сжечь весь мир, все правда? I keep one straw here. Вот я травинка, сожги эту травинку. И он не смог, он всю свою силу пытался сжечь эту травинку. И не смог. Но они пошли жаловаться, чтобы вот спрашивали, он ничего нет. Сначала спросили, кто мы. И Ваюдев пришел и спрашивает, кто ты? Ну а ты вообще кто? Я Ваюдев, и насколько ты силен, я могу сдуть всю вселенную. Что правда? Вот тебе травинка, можешь ли ты сдуть ее? И вот он дул и не смог сдуть. И тут Индра пришел, чтобы узнать, кто он такой вообще. А вот приходит, где это творение? И Майя в небесах, йога Майя, Ума смеется, о Индра, царь небес. Actually, that you know, creature. Это творение. That is actually Brahma Vastu. Brahma. Yes. Brahma Vastu, что Брахма. You are puffed up. Ты очень возгордился. That's why Brahma came to prove that Brahma all your efforts are futile efforts. Пришел доказать тебе, что все твои усилия бесполезны. Don't try to explain any kind of false ego. All done by Brahma. Не выражай никакого ложной гордости. Все Брахмой творится. Jat sakta yogadanti vadinam vaikansu. Speak this sloka every day. When starting, I speak new sloka every day and with nice extract. Siddhanta, very nice. Jat chakte vadam badinam goi vivad sangbad bhuvo bhavanti. Tomorrow I can speak. Very nice. Then now, Brahma Vastu? Yes. That Brahma. By whose power? И тут Брахма, благодаря чьей силе ты смог победить, но ты забыл. Ты думаешь, что своей собственной силой ты победил демонов. Что ты думаешь? И вот Йога Майя, она сказала это, и тогда Индра, он осознал свою ошибку. Индра, Варун, когда они начинают гордиться своим положением, что эти, и саду некоторые тоже, кто стал саду, начинают гордиться. Да, это плохо. Из-за своего ложного эго они, как сказать, гордятся своим положением очень сильно и падают. А те, кто получили милость Парамхамса, Гуру и Вайшнавов, они никогда не сомневаются, они выражают такое ложного смирения, ложного этого, как сказать, смирения и это. И вот ученики Шрилы Прабхупады настолько они прекрасно проповедовали, причем с смирением, как Шрила Бхактисиддханта Свами Махарадж. Как это возможно за короткую жизнь сделал то, что многие за всю жизнь не могут сделать. Он так прекрасно проповедовал. И все это возможно было благодаря силище Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура. Если Шрила Прабхупада хочет сделать что-то через меня, он может сделать это. Такая сила, которую имеет Шрила Прабхупада. И все, Сиддханта, завтра буду говорить. Те, кто настоящие преданные Гауди, они никогда не думают, что мы как-то не думают, у них нет ложного эго, не думают о себе, ну, то, чем они не являются. Think you are going to get any kind of appreciation, all they put there, all come from there. Но все, что приходит к ним, они предлагают это Господу и его окружению. И вот Бхагаван говорит здесь, для того, чтобы избавить тебя от ложного эго, я вынужден был совершить эту лилу. Bhajan mamai sharyo srimadandho danda panin na paswati tvam bhrangsvayami sampadho yasuchi chami anugraham.
О, Индра, если я хочу благословить тебя перед этим, я ищу, если что-то какой-то какие-то вещи, из-за которого человек может возгордиться, и я это забираю. Гамматам сакру хадрамбу криятам мену сасарам. Индра, now go. О, Индра, иди. And try to follow me. И пытайся следовать мне. Never try to follow any injunction by me, rules and regulations. Следуй правилам и предписаниям, которые я дал. Then Surabhi Mata и вот Сурабхи начала поклоняться Кришне. Кришна очень доволен коровами. И корова, когда начала возносить молитвы Кришне такими словами. Achyuta. Krishna Krishna Mahayogin Vishvatmana Vishvasambhava. All the whole world coming from you. Everywhere you are present, omnipresent. Bhavata Lokunathena. You are there, so we can say we have our, you know, regulator. Ты есть, и поэтому ты тот, кто повелевает нами, тот, кто контролирует нас. Над, значит, тот, кто может позаботиться о нас. И ты там, и поэтому мы спасены. Кришна, он Шаранагата Пава. Кришна, тот, кто может спасти нас. И после этого Шукадев Госвами говорит, что Индра, он очень... Ему стыдно стало, он чувствовал стыд за свои действия, и вот призвали Акаш Гангу, это та Ганга, которая падает с воздуха, с пространства, это Акаш Ганга, с неба буквально, и Айрават мог взять эту Акаш Гангу и принести и переместить ее к голове Кришны, чтобы совершить Абхишеку. И вот с молоком и прочим совершили Абхишеку. Индра Сурор Сиви Сваком Нодиту Дева Матрихи. All the, you know, mothers, they are staying in, you know, heaven, they are also coming. Abhyasinchat dasarham gavindam iti cha abhyadha. They are doing all, you know, abhishek. И все они начали совершать абхишеку, все жены полубогов и прочее, прочее. And you are getting that water there, you know, Manas Ganga. How? Как вода в Манасе Ганге появилась, это из Акаш Ганги. И таким образом Индра был прощен. Индра excused in a very, very nicely. Индра was excused. Because Индра fulfilled the reservation. Индра, он исполнил желание Кришны. Хотя Кришна, Индра в воде плохое сделал, но для Кришны это было хорошим. Он специально Индра плохое сделал, но для Кришны это было хорошо, поскольку Кришна смог исполнить желание своих гопов. Он смог видеть Радхарани все время. И так или иначе, хотя это сделано, так сказать, Индра со злым умыслом, но для Кришны это было благо. И поэтому он простил его и отпустил. И после этого, 28 глава начинается. Nandastu Karindya Dadasham Jalamabhisha. I can speak in gist because I cannot, speak in details, no time. That the name of that village is Baigaon, Name of that village is Baigaon. Baigaon.
такое. Байгау, как то Бай, значит, страх. Байгау. Поскольку Индра испугался. Поскольку вот однажды он совершил экадаши, постился, а утром не было у него часов, и он не мог посчитать, когда пора проводить время. Индра не мог посчитать время и думал, что утром я вот могу принять омовение, повторить там свои мантры и прервать пост. И вот Нанда Махарадж думал, а Нанда Махарадж, он постился, и но как-то в полночь он пошел в то место, и слуги вороны, они поймали Нанду Махараджа, и на Варун-локу его отвели. Нанда Махарадж начал кричать: «Кришна, Кришна, меня поймали, кто там в воде?» И вот эти слуги вороны, они на Варуналоку его так утащили, а он кричал, «Кришна, спаси меня!» И Кришна понял, что его отца забрали, и он пошел к Варуна-деву. Варуна сказал, что мои слуги случайно его привели сюда. Я хотел получить даршан твоих лотосных стоп, он совершил поклонение Кришне, предложил гирлянду, и Индра был. Нанда Махарадж, он был очень удивлен, что случилось. Нанда Махарадж actually very surprised to see what is that. My small boy, что мой сын, и все поклоняются ему. И Нанда Махарадж вернулся с Кришной. Молитву возносил такие. Локо срышти викалпана Аджаната мамикино мурено карьо ведина Анито айам тава пита тад бхаван хантмарас. My servant unknowingly bring your father here. Мои слуги тебя случайно твоего отца сюда притащили. И прости меня. И он начал поклоняться ему очень таким пышным образом. And then after that coming back here. Они в итоге вернулись назад. Гьянам анантам яд брахмо йоти сванатанам тадхи пасванти муньо гуна пае самахитаха. Now that the time coming when Krishna watching that all fields and you know atmosphere is so favorable. It's actually autumn, Saratka. Бикшурантум манас чакри йогу майя мупасрита. Кришна was finding everything favorable, so nice. Is that actually rasa many times happened. Some rasa Kartik last Purnima is also rasa Purnima. И вот последняя Пурнима Картики, это тоже раса Пурнима, Шарад Пурнима. Она совершалась на берегу Ямуны. Васанта Пурнима на берегу Угавадхана. И иногда на берегу Чандрасарова какого-то Курдвана. Не слышали, может быть, о нем. Very nice place, topmost place. Это очень хорошее место. You can hear, I can
Take you and put there, you can fly. Там очень такое, ну, страх, как сказать. You know, Bhagavan Upi Tara Upi Sarodot Palla Mallika Bichor Antum Manas Chakre Yuga Maya Mupasala. Krishna is a visual entry. Whereas we say, Он любит Деву, исполняющего все желания. Вайшнава, они тоже, в их пранамантре говорится, что они подобны деревьям, исполняющим желания. И мы видели это практически на примере Гурдева. Разные люди приходили с разными желаниями, и Гурдев, он исполнил их все. Но, если, но вы должны быть искренни. Вы должны подойти к Гуру Вайшнаве с чистым сердцем, не с какими-то желаниями. И вот ночью decorated with, you know, stars and, you know, twinkling stars and, you know, moon. All nice, you know, so nice. И вот ночью, когда сияли луна и солнце на небесах и цвели ароматные цветы, Кришна, он решил. Бикша, watching this situation, Рантум Манасакре, Кришна wanted to make Расалила. Он хотел совершить Расалилу. How? И как это возможно? But Jogamaya Mupasita. С помощью Йогамая. Because Jogamaya is an internal producing. Поскольку Йогамайя – это его внутренняя энергия. Я думаю, вы не слышали об этом в всей своей жизни. Я могу бросить вызов. Слышали ли вы когда-то о том, что Гопи в Чайтанья Чайтамрите можно найти? Кришна говорит, что я не знаю себя, и те гопи, они тоже не знают, что случается. Кришна говорит, и гопи тоже говорят, мы тоже не знаем, и это все с помощью Йогамайи происходит, и согласно Веданта Сутре можно вот Шакти Матурабьет, согласно этой шлоке, поскольку Йогамайя не отлична от Кришны, все это Кришна делается, и в то же самое время отлично. И вот Кришна начал играть на флейте. After that, you see. И после этого, смотрите. So nice thing, yeah, because Krishna already promised them. Кришна уже пообещал им. Вы можете помнить, что во время Вастахаран Лилы Кришна пообещал. Саасоттам бхавитумархати. Very shortly, you can. Скоро вы станете. Practically, you can see. Вы можете увидеть, что ваше желание исполнится вскоре. Мриджана прия прияя ива дирга даршанаха. Here it is written that. И вот здесь это описывается, что. Тадору раджа кокубха каруир мукхам прача. Прача мин пурвадим. Сан. Что солнце восток. Сан, you know, тадору раджа. Уру раджа мин чандрама. Вот Ураджа значит Chandrama. Чандрама, луна. That's how actually Chandrama is then и full, вот full moon time. Сияющая луна в полнолуние. And you know, Badan. And that's why actually Chandrama, you know, taking a nice form. Она приняла прекрасную форму в то время. What kind of form is какую форму? Nice здесь описывается. Sun going to set, что солнце, ну, когда заходит, то восходит луна. Sun going to set and moon going to rise. This time actually. И в то время. Like you know,
подобно тому, вот те гопи. Приоси, приоси мин левила. Значит, это любовь. Значит, что женщины украшают себя, чтобы их возлюбленные они оценили это украшение. Вот луна Чандрамана так украсила все, и Кришна начал играть на флейте, и слыша звук этой флейты, описывается. Рамананабхям навакумкума арунам бананчататкамало гови ранитам джагаукалам брамадшам манухарам. You know, very nice place. Yamuna, very like, just like powder. Yamuna, you know, подобна... very small, soft. Она очень мягка, подобна этому песку. And that musical, you know, went everywhere. Ну, Кришна начал играть на флейте, этот звук, он был очень прекрасен, подобно водам Ямуны. И сейчас этот звук, он присутствует здесь, но вы не можете слышать. Вы должны совершать баджаны. Когда возвестись до этого уровня, то тогда сможете слышать. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, он может чувствовать это все время. So we are being Gayatri. И мы повторяем Гайтри. After that, the Gayatri, и после Гайтри мы повторяем форму Кама Гайтри. И после Кама Гайтри можно обнаружить, что Кама Гайтри это тот звук флейты Кришны. Кришна, он играет на этой флейте. И very top secret, очень see? Такое сокровенное знание. Нисаммагитам тадананга-варданам Бхаджастрияха Кришна-гхитаманасаха Аджагамо ранно-анна-малакшитоуддамаха Саятра-канта-джавадо-лукундала Нисаммагитам тадананга-варданам Нисаммагитам тадананга-варданам. That sound playing is so fine. И вот этот звук очень... They just cannot resist to themselves. Настолько прекрасен, что все настолько притягательны, что все хотят идти туда, откуда исходит этот звук. Анангавардханам значит, я не могу это все объяснить. Анангаван, во время Камая Гайтри там. To meet with Krishna, love Krishna. Как сказать? I don't like to explain. First of all, before I can explain something, then I can go to the Siddhanta Bhaktivinoda Thakur. В общем-то, с Кама Гайдри связано как-то. After that, I can speak something. Нишаммагитам таданангавардханам Бхаджастрияха Кришна-гхитаманасаха Аджагамураннаннамалакшитауддамаха Саятро Канто Джавало Лакунтала. Where the hero is there, Krishna. Если есть Кришна, то все гопи, they are running. Они стремятся к нему, to reach that spot. К тому месту, где Кришна, он играет на своей флейте. Все гопи с разных мест, они все оставляют свои все занятия и бегут к Кришне. And some gopis, you see, какие-то гопи здесь говорится. Those gopis, they already busy with some different kind of job. Они заняты какими-то работами. Кто-то кормит детей маленьких, кто-то кормит мужа. Кто-то массаж мужу делает, кто-то что-то там домашние дела какие-то еще делает, кто-то украшается, кто-то еще чем-то занят, одевается, но, тем, но когда они услышали звук флейты Кришны, то они забыли, они сразу забывают, например, одели один браслет и один глаз накрасили, а второй не успели, они уже бегут к Кришне. Сразу же. They are running, you see?
И всех их эти, мужья, жены говорят, куда, вы, куда пошли, они не слышат, не слушаются и нарушают все, как сказать, правила предписания общества и бегут к Кришне. И никто не может их остановить, они не могут сдержаться, они не могут, это, как сказать, не такое неостанавливаемое влечение в их сердце, они не могут себя контролировать, они просто бегут к Кришне. И Сиддханта отсюда такова. Они думают, что Кришна – это наш возлюбленный, это наш, как сказать, наш герой. Сакья Бава и Паракья Бава. Сакья Бава – это наша жена, наш муж. В этом отношении это раса. Она не может возвыситься до своего наивысшего значения, и поэтому читание читамрити говорится. Вот эти слова говорятся. Что это не ошибка, поскольку он Верховный Господь, Шри Кришна не какой-то человек. Кришна, он пребывает везде, и в сердце вас, меня и прочего. Что плохого с Кришной? И для Кришны это не что-то плохое, я уже сказал вам. Какую расу вы находите в этом материальном мире, это искажение той изначальной расы. Я пример уже привел. На берегу реки можно найти дерево какое-то, и его эти корни внизу. То есть наоборот, ветви вверху, корень внизу. То есть наоборот, ветви, корень вверху, ветви внизу. В этом материальном мире никто не может жить без расы. Нельзя найти ни единого существа, которое хочет жить без расы. Даже комары. Если вы хотите убить комара, он хочет улететь. Ему нравится жить, он хочет наслаждаться. Пить кровь, а зачем вы убиваете? Он такую расу, как сказать, чувствует. Комары хотят пить кровь с вашего тела, это они наслаждаются этим. А свиньи, они питаются испражнениями. И они чувствуют наслаждение от этого. So they are also enjoying rasa. Who not? Each and every creature is, you know, in the world. Each and every creature is, you know, in the world. They are enjoying some or other kind of теми или иными расами, пракрита расами, материальными расами. Because in Upanishad, you see, в Упанишадах мы видим расу, раса, и все расы, они прямо или косвенно, они исходят из Кришны, и в Упанишадах мы находим такие слова. Это раса, и это Кришна, это источник всех рас. Прямо или косвенно все из него исходит, и здесь, в этом материальном мире, можно увидеть какие-то любовные отношения между мужчиной и женщиной. Это все искаженное отражение той трансцендентной расы. Здесь она оскверненная раса. И то есть все наоборот в этом мире, и кто там, и многие, и все хотят, критикуют эти материальные расы, если есть какая-то связь с какой-то женщиной, то, как сказать, вне брака, то все будут вас ругать. Все люди, но это в Индии особенно. И в Индии даже Кришну тут не уважают за это. Даже вот какой-то... То есть, ну, Кришну в Индии особенно за это, как сказать, презирают. И даже... Because a unique character.
But still we like to, you know, throw it. So much capacity. Вот в Индии, вот Бамхим Чандра какой-то есть писатель, очень, как сказать, гордый, такой знаменитый, и он писал что-то о Кришне. Но его описание Кришны как какой-то любовный роман, он просто какой-то материалист, ничего не знает. Шрила Бхактивинода Тхакур, он может дать нам какое-то представление, и Бхактивинода Тхакур, он встретился с ним однажды в Кришнанагаре. Банким Чандра going to change his portfolio. He's going to another place. Бхактивинода coming as district magistrate. Then all papers and filing, it takes some time. И вот он, в общем, когда Бхактивинода Тхакур был местным этим губернатором, that time 15 days Бхактивинода used to stay with him. И вот там, в течение 15 дней Шрила Бхактивинода Тхакур, он с ним как-то пытался повлиять на него, но этот материалист, всю ересь, что он писал, она как бы ересью осталась. Все, что такие люди пишут, оно все бесполезно, не имеет никакого отношения к трансцендентному. Будьте внимательны. Любые отношения, такие любовные отношения в этом материальном мире, они ничто по сравнению с трансцендентным, а в том трансцендентном мире они превосходны. Я уже сказал вам, когда мы видим отражение дерева в озере, то все наоборот. И также эта раса, это здесь она, как сказать, самая низкая, а, то есть вас будут все критиковать и прочее, и презирать и прочее, но в том мире это наоборот. Это раса, это она самая, самая, то есть то, что в этом мире самое такое плохое считается, но в том трансцендентном мире это любовь к Кришне, с Кришной. Она, но в том трансцендентном мире с точностью там наоборот это наивысшая раса. То есть та, те отношения, которые считаются самыми такими неприличными, то в том трансцендентном мире она наивысшая. Как подобно тому, как дерево, его отражение в озере, наоборот, корни вверху, ветви внизу, так и все остальное. И поэтому та раса, которая... Те отношения, которые самые, так сказать, презираемые в этом мире, то в духовном мире это наивысшее. И Рупа Госвами Пад говорит, вы должны помнить его слова всю жизнь. Рупа Госвами Пад говорит, Ядавади мама мано кишна падара винда наванамара саддама рунтумасит Тадавади бато нари шангаме смарджамани Муха бикару сустуни стиванача валти. Катту! Рупа Госвами говорит так, moment, что в тот момент, парсад, он не те парсад, но приводит такой пример. В тот момент, когда я обрел настоящий вкус к Кришнарасе, то с того момента, но кто-то, если кто-то говорит об этой материальных расах, материальных отношениях, мне неприятно. Не противно, мне это тошнит. И Рупа Госвами говорит так. И в тот момент, с которого я начал получать вкус лотосных стоп Шри Кришны, он настолько прекрасен, настолько уникален, настолько велик. И с тех пор, если кто-то говорит мне о каких-то материальных отношениях, материальной любви, мне это противно, меня тошнит от этого. Рупа Госвами Пад говорит, Jadavadi mama mano Krishna padar vinde navanavarasadhyama runtumasid tadavadi bato nari sangame smarjamane sustunishtivarancha mukha vikar bhavati.
I feel distorted. Your brother saying those things. А что говорить о той расе, которая описывается здесь, если у вас право слушать? Если вы можете доказать, что у вас есть право, я буду говорить. Если вы можете доказать, что у вас есть право слушать, то я смогу говорить, поскольку наша Гуру Варга дала нам много сиддхант, я кратко могу это все затронуть, но чтобы не в таком... но так, чтобы никакого вожделения не родилось в вашем сердце. И вот все гопи пришли, и Кришна говорит, вы все приглашены. Почему вы пришли? Зачем? Как, зачем ты зовешь нас своей звуком своей флейты и спрашиваешь, зачем мы пришли? И Бхагаван Шри Кришна говорит, и вот он стоял в одной прекрасной позе и говорит: ты очень удачлив, ты пришел. Вы пришли ко мне, как я могу вам послужить? Свагатам бо махабхага приям, ким каравами ба? Браджасванамайам качит брутагаманакарам. From Brajadham, и вот из Враджадам, дамы, вы пришли все. Зачем? Вы не предупредили меня, и все пришли. Это лес, шакалы и всякие леопарды могут быть тут. Почему вы пришли сюда? Зачем? В это ночью вы женщины, вы не должны ночью выходить из домов. А это плохо. И вы пришли, так хорошо. Я прошу вас вернуться домой. Там ждут вас. Все ваши матери, отцы, дети, мужья, они думают, куда же вы пошли. Это плохо. Уходите, у вас есть ваши обязанности. Кришна очень умен. Кришна позвал их всех с звуком своей флейты, и сейчас советует им уйти, посмотрите, что он делает. Матарахо, питарахо, путра, ватарахо, патешчава, вичинванти, хи апасанту, ма, кридха, бандусама, свадасама. All your friends, circles, you know, father, mother, husband, все ваши отцы, мужья, дети, матеря, они ищут вас, куда вы пропали. И гопи, они озадачены. Ты звал нас звуком своей флейты, и сейчас ты советуешь нам уйти назад. Что это плохо. И они начали плакать. Они не смогли ничего сказать им. Сказать Кришне, только плакали. И что делать? Кришна, он говорит, что у вас есть свои обязанности, мужья и прочее. Это дарма целомудренной жены служить своему мужу. Почему вы пришли сюда? И Кришна говорит, вы должны служить вашим мужьям. И без майи, без иллюзий, вы должны служить им. И вы, домохозяева, должны за домом смотреть. Если дома еще нет, то вы там, родителям или еще кому-то служите, где вы живете. И мужей вы тоже не можете оставить, хотя ваш муж может быть болен и очень слаб, то не может заботиться о вас, то вы не можете, тоже такая, так сказать, набожная жена, она не должна его оставлять. Пати, патихи, стривирна, хатебьо, локепси, вирапатаки.
Если они не совершают никаких грехов, то не нужно оставлять мужей. Это наставление Вед. Однажды вы женились надолго или навсегда. Если ваш муж занимается какими-то грехами, то тогда можно его оставить. Это описывается также. Иначе не нужно. И это ваша ошибка, почему вы пришли сюда. Все будут критиковать вас, но ночью особенно пришли ко мне. Кто может поверить в ваше целомудрие, лучше возвращайтесь. И гопи начали плакать. Ты позвал нас с звуком своей флейты, и сейчас ты говоришь, чтобы мы ушли, мы вообще, зачем сюда пришли, выслушать твои поучения и все. И вот гопи говорят, ты настолько жесток, ты говоришь такие слова нам, разве для этого ты позвал нас сюда? Мы чувствуем огромное влечение к тебе, а сейчас ты говоришь о какой-то этике нам. Разве для этого мы пришли к тебе? Что ты думаешь? We are coming, running, coming мы here in your lotus feet. Прибежали к твоим лотосным стопам, оставили все свои отношения, и сейчас ты советуешь нам вернуться. Вы не должны говорить так. Ты не должен быть так жесток. Santyajya sarva visvayam stavapadamulam Bhaktya vayasvo duravagrahoma Tajyasmana devo yathadi purusho vayate mumukshana. You know it is written? И вот описывается. Param purus mumukshana. You know? Мы пришли сюда, оставили все наши отношения. И те мумукши, когда то есть освобождение Кришна может дать нам, но бхакти это очень труднодостижимо. И вот вы не должны говорить таким образом. Какие советы ты даешь нам, что у нас есть обязанности по отношению к мужьям, отцам, детям, матерям? Мы оставили их все. We are coming here not to go back. Мы пришли сюда не для того, чтобы вернуться. Асту эвам этат уподеша паде твоихе. Ойхо, Парамешвар. You are giving advice? We go to pray Dandavat into the lotus feet of your advice. Даешь нам советы, мы как оставь их себе, мы не хотим их слушать. Асту эвам этат уподеша паде твоихе. Престо Bhagavan Stano Vritam Kila Bandhuratma. You are the topmost friend of everyone. So we would request you. И вот мы просим тебя стать очень. You know, we are very happy with us. Будь доволен нами. Мы пришли к тебе не для того, чтобы вернуться. Мы пришли навсегда. Kurvanti tairatim kusala asmatmano. Nitto priye patishudadi bhirati daikim. You are advising so much, but what we can do? Даешь столько советов, но что мы можем сделать? Our father, mother, father-in-law, son, what we can do? All temporary. Все наши отношения в этом материальном мире, они временные. Сегодня они есть, завтра их нет. You are there. Ты.
That's why everybody есть, love each other. И поэтому вы любите друг друга. Почему? Почему вы любите свою жену, мужа, детей, поскольку Атма Параматма, она пребывает в них. В Упанишадах есть такие слова. Говорится, почему люди... Son, why? What's the reason? Любим друг друга. Почему? Какова причина? Поскольку Верховный Господь пребывает в их сердце, и когда душа вашего мужа она уйдет из его тела, кто будет его, как сказать, хранить? Они сразу сожгут или похоронят. И вот в Упанишадах говорится, здесь, почему... Then you come back to your home. I speak in front of all material people. Люди любят друг друга. Почему вы возвращаетесь в свой дом? Какая привязанность, какая зависимость у вас от этого дома? То есть любовь к жене. Почему? То есть поскольку из-за привязанности к вашей жене, к вашим детям, и это все вас влечет в ваш дом. I was, you know, tired. Now tiredness gone. Когда вы приходите домой, ваша усталость она пропадает просто от поцелуя жены или ребенка. Такое положение в этом материальном мире. Кто может слушать это? Возвышенный Сиддханту, кто? Я не нахожу даже единого человека, кто может принять это, эту Сиддханту. Я извиняюсь. Kurvanti hi rati. That's mean, I told you one sense Siddhanta. Atma ava are dashtabhya satabhya nidhi dhyasitabhya. Why Atma is there? Oh, everywhere. Atma, она везде пребывает, и поэтому у вас есть такая любовь, влечение к тем существам, в которых есть Атма, душа. Kurvanti hi tai rati mikusala asma atmanu nitto priye pati sudadi virati daikim. Если у меня есть любовь к вам, а к тебе, о Господь, что я буду делать с моими детьми, мужем, там, и прочими родственниками? И поэтому я говорю. Танно прасида парамесвара масмо чинна асам бритам тои чирадар винда нитро танно прасида парамесвара масмо чинна асам бритам тои чирадар винда нитро. With strong hope. И вот с великой надеждой мы пришли к тебе. Не пытайся. Break. It's very bad. Огорчить нас, поскольку ты, когда ты играл на своей флейте, мы все были заняты своими обязанностями в наших домах, нам было удобно, но когда ты начал играть на флейте, мы потеряли наше спокойствие. Почему ты украл наш ум, ты вор, и ты сейчас даешь нам такие советы, и гопи говорят, ты вор. You are stealing our mind from home. Ты украл наш ум с нашего дома. Раньше нам было там удобно, занимались какой-то домашней работой. Мы посуду подметали там, еще чем-то занимались, кормили там мужа, детей. А ты, когда начал играть на флейте, ты украл наш ум. Если, например, если что-то украдено, то этого уже нет на том месте. Как можно обнаружить? Если что-то кто-то украл, то как можно снова найти этот предмет? Ты, наш ум уже украден тобой. Как мы можем вернуться домой и заниматься прежними обязанностями? Это больше невозможно. Читтям сукхена бхавата паритам грихешу
Jan nirvishati to karu upikinchakate. Previously I was doing, we all doing our Раньше мы были заняты нашими обязанностями дома. Но бхавата тобой ты украл наш ум. Он украден тобой, и сейчас ты даешь такие советы вернуться домой, заниматься своими обязанностями. Это невозможно, мы не можем вернуться назад домой. И гопи начали плакать. Даже шаг мы не можем ступить, наши ноги так тяжелы, наше сердце так привязано к тебе. Даже шаг мы не можем отойти от тебя. Ямо катам брджамато карвам кингва падоу падам на чалат хостав падмула ямо катам брджамато карвам кингва. First point, we cannot go one step away from you. Мы не можем. Первое, мы не сможем уйти от тебя. Второе, если ты отправишь нас, то твой ум, наш ум все равно украден тобой. Мы ничего не сможем сделать там. There is a burning state in our heart. И в нашем сердце. Gopika speaking, there's burning. Наше сердце горит. Our heart burning. You'll have to, you know, keep our to us. Ты должен благословить нас. That kind of nice, you know, description is, you know, это описание, оно настолько прекрасно, но за пределами человеческого понимания. И вот перед тем, как продолжать дальше, я вернусь к Сиддханте Шрилы Прабхупаде, Бхактивинода Тхакура, Шрилы Кеша Махараджа и Бхакти Прамода Пуригасвами Махараджа. И вот первое, каково же правило говорить о Расалиле и Расатате перед перед собранием людей, можно, как во Сиддханте, кто-то говорит, что можно. Эту шлоку цитируют, что если мы говорим о Кришна Лиле, то все болезни нашего сердца уйдут, но нет. Это не так. Те, кто говорят таким образом, они слепы, они не могут, они не правы. Почему? И вот если мы вернемся в читание Лилу, первое, авторитетность, мы, то есть авторитетные источники, мы берем у Шичитани Махапрабху. И вот вернуться в Нила Чалдаму, посмотрим, что делал Шичитани Махапрабху, что описывается в Читане Читамрите. И там говорится прекрасным образом в Читане Читамрите, что Шичитани Махапрабху он получал вкус от этой красоты с ограниченным количеством преданных. Вот Рай Рамананда и еще кто-то. А со всеми остальными он совершал санкиртан. Абхидея. Высшая, лучшая орхидея, санкиртан. Я уже сказал вам, что санкиртан – это орхидея для нас, те, кто совершает баджан, а для сидхи санкиртан – это их, так сказать, это орхидея и прайоджа, то есть наш путь и цель. You can say, можно сказать, что для других преданных, которые они танцевали и пели, they don't have the right to hear Rasalila. Они не имеют права слушать Расалилу, но Шичитани Махапрабху он хотел привести такой пример, такое правило и предписание, что никто не может. Никого никто мог бы нарушить это правило. Шичитани Махапрабху он очень. First point, all other devotees, according to Sai Sarvagosai, actually Sarvagosai. И вот он сказал, что для всех преданных Махапрабху совершал санкиртан. Кто совершал санкиртан? Шичитани Махапрабху. Шичитани Махапрабху – это совмещенная форма Радхагавинды. Он звал Кришну, он находился в разлуке с ним. Если вы хотите обрести Кришну, вы должны следовать Шичитани Махапрабху. Он сам Кришна, и чтобы показать нам путь, через который мы можем достичь успеха.
So whom to follow? И кому же следовать? Whom to follow? Whom to follow? Кому же следовать? Шри Чайтанья Махапрабху. Whom to follow? Сахаджия? Сахаджим или Махапрабху? Нет. Those who are speaking, it is possible to hear Rasa Lila. Возможно слушать Раса Лилу, находясь в состоянии анартха. Now you are put into anartha. It's possible they are number one sahaji. Это сахаджи, самые такие, они самые, как сказать, сахаджи. Their Gurudev cannot excuse them. I can prove from everywhere. Нельзя простить, я могу доказать со всех источников, что Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они говорят по-другому. И вот те, кто говорят, что находясь в состоянии полном анартхи, возможно слушать Раса Лилу, они глупцы, они сахаджи. Они могут разрушить это поле бхакти, и Господь никогда не простит их. Я говорю это, держа Бхагаватам в руках, и есть много примеров с Харикатхи и Шрилы Прабхупады, что это невозможно. И поэтому в Чайтанья Чаритамрите мы находим Раса Асвадон, Раса. То есть Адвайта Гасай, он не был таким посторонним. Но что значит антаранга, значит сакхи. Адвайта Гасай, он имеет сварупу в Раса Лиле, йога майя, пурнамасия. Будьте внимательны. Это очень сокровенное. Но чтобы дать нам идеальный пример, дать правила переписания, которым мы должны следовать. Шрила Бхактивинода Тхакура так много написал, много чего в Баджан Рахасе, и те, кто подобны обезьянам, они хотят это все, как сказать, собрать фрукты с дерева, не забравшись на это дерево. Они подобны обезьянам. И первая сиддханта такова. Бахиранга значит такие разные люди. То не думайте, что Адвайта Гасай относится к этой категории, но все же, так, чтобы доказать, что Махапрабху, он иногда в настроении Радхарани, иногда Манджари, поскольку никто не может занять место Радхарани или Лалиты Сакхи, Манджари Баба, не значит, что можно пойти там выгнать Ананга Манджари с ее поста и занять ее место. Это оскорбительно. Иногда все читания Махапрабху Радхарани, несомненно, но иногда он являет настроение Манджари, Манджари Бабу, чтобы дать нам такой путь, пример. И вот когда разные люди, у них разная степень веры, разные уровни их развития, то санкиртан, он благоприятен для всех, для тех, кто совершает садхану. Для них благоприятен санкиртан, и для тех, кто стремится к цели, они тоже благоприятны. Могут там разные люди быть, Шивас Пандит, Адвайта Гасай, и все они через санкиртан получают наивысшую расу, поскольку через санкиртан все проявляется. Понимаете? Через санкиртан те, у кого нет должных качеств, сегодня или завтра они обретут эти качества, и те, кто уже возвышенные, не те паршады, они через этот санкиртан, они совершая санкиртан, все в их сердце проявляется. И вот Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху, он очень умен. И вот Махапрабху говорит, Sankirtan from them is all the, you know, topmost, you know, gain. And those who are not qualified, they are doing Sankirtan. Что Sankirtan – это универсальное средство для тех, кто на пути садханы находится или достиг цели. Но Махапрабху этим обычным, так сказать, разным людям, он никогда, те, у кого есть вожделение или возможно есть, то Махапрабху не являлся таких сокровенных лил. И
Также можно видеть Рай Рамананды из Сварупа Матхары и Чайтанья Махапрабху. Только три было внутри Гамхиры. Гамхира значит какое-то скрытое место, сокровенное, не на публике, не на людях. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. Он говорит, что те, кто хотят говорить, говорят вам, что могут вас научить расе, раса шику вам дать, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, не обманщики, поскольку расу невозможно научить расе. Это невозможно, вы не можете что-то узнать от расы, что-то это автоматически произойдет через санкиртан в какой-то день. И вы можете развить такие качества, можете спросить Гурудева, что Гурудев, вот я уже достиг такого положения, как в Джайва-дхарме. Вы можете... Нельзя просто взять, прыгнуть и получить раса, но когда вы возвысились до этого уровня, вы можете приблизиться к чистому преданному и спросите, что дальше делать. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, расататве невозможно научить. Это не тот предмет, которого можно научиться, а только тогда, когда по высшему огромному сукрите вы развились до того, с помощью саду-санги до какого-то определенного уровня, то тогда вы можете приблизиться к чистому вайшнаву, кто знает расататву. Он вам поможет. Everything I can throw out, and you can say, "Come on, I can teach you rasatattva." То есть Шрила Бхактивинода Тхакур еще раз говорит, что невозможно научиться расататве. Это автоматически произойдет. И поэтому перед тем, как слушать, будьте внимательны. И после этого Шрила Бхактивинода Тхакур он говорит: "Don't try to jump." If I find any one of you jumping like monkey, I can throw you. Не пытайтесь прыгать, если будете прыгать как обезьян, я выкину вас с пути. Будьте внимательны. Еще раз Прабхупад говорит. A patient. Вот пациент, этот больной с хронической болезнью, если он болеет, нельзя думать, что он может есть какую-то очень жирную такую пищу, которую you know, тяжело переварить. Если какой-то преданный это ест, он может, но вы больной, вы пациент, вы не можете это сделать. И кто-то может есть какую-то жирную пищу, но вы пациент, вы не можете этого сделать. Не значит, что вы никогда не можете есть эту богатую жирную пищу. Сначала вам нужно выздороветь, восстановиться, и тогда вы уже можете есть, но не до этого. Понимаете? So bikritam majavadu viridante vishnu sardhan nitam anusranal athvarana yadya. This stroke I can say. Now point is the sardhan nitam. What do you mean the sardhan nitam? Sardhan nitam. Что значит это слово? What do you mean the sardhan nitam? Shraddha means 100% you have belief. Вера, 100% вера. Стопроцентная вера. Shraddha, вера без капли сомнений, что если буду совершать Кришна Баджан, я обрету все. У меня нет никаких других обязанностей. Это зовется Shraddhai. Bhaktim param bhagavatim pratilabhya kamam ridrogam asupahinati achirena dhira achirena dhira achirena dhira. Underline. Three times speaking. Три раза повторяется. Achirena dhira. Achirena dhira. Эти слова повторяются три раза. Подчеркивается важность. Те, кто знает даже простой санскрит, они могут понять для них. Achirena dhira. Achirena dhira. Фасе саддьян нитам анусринва.
И первое, у вас должна быть крепкая вера, без капли сомнений, хотя никакого материалистического представления не должно быть в вашем сердце. И тогда он может слушать Анусриват с наивысшего источника Гуру и Вайшнава. Но перед этим... They can cut their karma. Идти вот эти они, те, кто этому следует, те, кто дхиры, они могут избавиться от вожделения. Дхира, что значит дхира? Дхира значит, у них нет вожделения. Дхира means those have no karma. Те, у кого нет вожделения. Then there are conflicting matter. There's fighting. First point you say, hidrogama supainati. Тут сомнения возникают. Shraddhanita, how we can reconcile big problem? Как это все сгармонизировать эти все три понятия? Big problem. How to reconcile this mathematics? Big problem. First point you say Shraddhanita. Second point you say. Первое говорится, что первое потом. That means karma mean already karma there bonded so. First you say Shraddhanita. Second you say Achirena Dhira. Vikriritam bhajavad viridancha vishnu Saddhanyatam manusrinavad atvarnayadja Vaktim param bhagavatim patilabhya kyamam Ridrogumasupahenati achirena dhira. So, Bhaktivinoda Шрила Прабхупад говорит, первое, вера у вас должна быть, сильная вера. И вот who, кто? Дхира значит те, кто уже решили в своей жизни, что им заниматься. Они не находятся под влиянием майя вожделения, то есть они полны решимости с теми в своем баджане. И те, кто уже возвышенные преды, у них нет вожделения, почему еще раз повторяется здесь? И здесь суждение такое, что те дхиры, они могут не чувствовать никакого влечения, но мадья-мадхикари, у них может быть какое-то вожделение или запах вожделения в их сердце. Такой очень сокровенный, скрытый, точнее, скрытый в их сердце. Для них это говорится. Будьте внимательны, то, о чем я говорю. То есть может быть какое-то... скрытое вожделение в их сердце, какие-то анархии, но их очень мало. Но они как бы находятся в сердце этого преданного, но они есть, но они его не беспокоят никак. Они, как бы сказать, ничем не влияют. И вот одна шлока. Что значит эти слова? Абхадра значит, все вожделение ушло, может, немножко запах какой-то остался. Они дхиры. Дхира. И для них любое вожделение, любое желание, кама, оно уйдет. Also, I can discuss this point when I'm going to these topics. Bhikkhita Bhajavadam, this sloka after. Now in between, вот сейчас, I have no right to discuss all in secret, but I can give some direction, indication. Я дам указание вам на направление, чтобы вы получили вдохновение, чувствовать себя на этом пути. Если вы думаете, что вы женщина, не сможете стать успешными, или думаете, что вы мужчина, тоже поэтому не станете стать успешными. Если думаете, что вы старый, за это ничего не могу делать, если там слишком молодой, тоже не могу. Если думаете, что вы браман, поэтому ничего не можете, или потому что шуда, или потому что кшатри, или еще потому что кто. И поэтому, если вы думаете, что вы из этого не можете стать успешными, то вы должны избавиться от всех этих материальных отождествлений. Все.
Гопи Бхартур, Падакумарио, Дасу Дасану Даса. This is our identity. И вот это наше отождествление. Then I can discuss openly. Если вы можете возвыситься до этого уровня, то тогда я могу говорить о Расалиле. Иначе это строгое наставление Шрилы Прабхупады. Я не могу не следовать ему. Я могу прочитать, я объяснять я не буду, я просто прочитаю несколько шлок. Читям сукхена бхавата паритам вихису таннирвишатиуто каругопи гриджакитте падоу падам началато ставападамула яму катам брджамато карвам кингва. You are sending me forcefully to home. What use? What we can do if we go back to home is not possible. Если ты отправишь нас домой, что мы там будем делать? Наш ум, все украдено тобой. Что мы будем делать там? Синчанго настат адарам ритапура кена хасаволока калагит жархича ягнем ночеда байам бирха жагни упаюкта деха ночеда байам бираха жагни упаюкта деха. Дхене на джамо падаю падавим сакете. Хе саке, если ты не примешь нас, то будь уверен, мы сожгем свое тело йогическим огнем. И этот огонь разлуки, вы не можете поверить его. Я уже сказал, четвертая песня Сати Деви, она своей йогической силой сожгла себя. Но здесь огонь разлуки. Они чувствуют такой огонь, так сказать, боль, огонь разлуки. Несомненно, один преданный во Вриндаване. В Бхактамале. He somehow gone to Dwaraka with some devotee. Dwaraka с какими-то преданными. Поехал, вернулся с какими-то тилаками особыми. Эти преданные начали говорить, что сейчас Радхарани, ты не сможешь обрести никогда, поскольку ты был в Двараке, вот у тебя там среди этого Дварака, как сказать, Баджана, ему сказали, что зачем ты поехал, Радхарани теперь никогда не получишь, поскольку тилаки там двараковские. И он начал плакать, он перестал есть, пить, просто лежал и думал, что делать. И преданные думают, что с ним случилось, пришли и видят, что он сгорел наполовину. Лежал, подобно тому, как это, ну, пол тела его уже сгорело, был один пепел, пол тела были в пепле уже. Вот это он сгорел так от разлуки, то есть ему сказали, что он за то, что поставил не те тилаки, то that they are making all rubbish siddhanta. This Baba is there already. I can show you. Его Баба уже в Бхактамале уже была в нем, в Раджадаме. Но из-за того, что он там поехал, я вот жил на Сурьякунде раньше, там это место было около 8 километров, там и какой-то Баба совершал баджан, однажды он был какой-то Дол Пурнима, как была. И он спросил какого-то преданного, а где Кришна сейчас? Он бежал как сумасшедший. И где же Кришна? Я думаю, он сумасшедший или нет? Где Кришна? Он знает все. И мы, когда достигли этого места, какой-то преданный спросил, откуда вы? Почему вообще? Где это Дол Пурнима? And there's Leela and playing Hali. Already all body, you know, clothes, everything colored.
А то есть он в уме как-то в эту лилу попал, и поэтому стал весь такой окрашенный. То есть, ну, это не все могут понять. Для этого нужно сначала избавиться от материальных представлений обо всем, и только тогда. И вот таким образом я могу еще несколько шлок объяснить, но несколько шлок прочитать, а объяснять их не буду. Сначала я хочу увидеть качество у вас. Паду падам началото става па таба паду мула яму катам брджамато карва кинба синчанганастат адрамбита пуракена хасавлюка калагид жархи чаягни ночед байам бирохажвагни упоюкто деха дхенина яму падио падвин сакхете. You can quench. Only you. Только ты, Кришна, only Кришна you. There's a burning state inside. Можешь потушить огонь, only который you. Горит only внутри you. Наших сердец. You can quench. Только ты можешь you know, это сделать. Burning, there's fire. Иначе наше сердце, оно все горит. Otherwise, if you are not going to find a solution, если ты out of fire, не дашь никакое решение нам, то этот огонь разлуки, он сожжет нас, и мы оставим свое тело. Jarhi ambu yakshatava padatalam ramaya dattakshanam kachit aranna jano priyasyo aprakshatat praviti nanyo samakshamango statum tayaviramata batupara parayamu. This way, you know, Sri Rajat Padambujo Rajasas Chakame. Шри, значит, Лакшми, она также в медитации совершает аскезу, чтобы обрести лотос, пыль с лотосных стоп Кришны. Шри Риат Падам Бхаджарадас Чакамит Туласья Лавдхапи Бхакшати Падам Кило Вритта Юстам Ясья Савикшана Крити Анна Асуро Прияса Тадвадвайанчо тавападраджо прапанья танно прасидо вижинардано танно прасидо вижинардано те ангримулам прапта висриджа васати тадупасанаса татсундарасмито нирикшано тибракамо таптапто пуршабхушана дехидасьям тат Шундарасмиту нирикшано тибро камо таптатманам пурушо бхушана дехи дасьям бикшалака бритамухам тава кундаласри гандо сталадхару судхам хаситавалокам датта хаянчо бхуджаданда жугам бидакшо бакшо срияйкараманамчо бхавамадасья Кастриангате калападайято мурчатена санмохита чарджа чаритатна чалиттилакчам трайлакка совхагамидам ча нирикшарупам ядгодриджодрумамага пулакаанна вибрам ванча карпатурвасшика пасанна патитанам павнанта. Try to digest! Пытайтесь принять это, осознать, переварить то, что я говорю. Same, they both are the, you know, they both the wife of Vasudev. That time, Kamsa used to allow some wives to serve them. So this way, calculation I can show you, I already shown. I can show you that pregnancy there, actually that, you know, Ananta Dev coming, Ananta is Ananta. So one seed putting in the womb of, you know, you know, there. And, you know, Ananta Dev already, because
there. After that, they gone this portion again and submerge with that. This way, I can show you.